Многие сталкивались с такой проблемой, как появление грызунов в домах и в подсобных хозяйствах. На сегодняшний день в продаже имеются разнообразные клеевые ловушки и клей от грызунов и насекомых. Например, рубит-клей. Как же его применять? Клей наносится на подложку из картона, древесины, ДВП и тому подобных нетяжелых материалов. Клей наносится на подложку и размазывается тонким слоем при помощи картона, шпателя или деревянного колышка. В середину клеевой приманки кладется кусочек хлеба, поджаренного на растительном масле, или кусочек колбасы, или кусочек сыра. Клей этот очень вязкий, и грызун, который прибежал за приманкой, прилипает к этому клею достаточно прочно. Следует сказать также о том, что этот клей является нетоксичным для домашних животных, поэтому он безопасен в использовании. То есть действует только на грызунов. Также в продаже имеются уже готовые клеевые ловушки, которые достаточно только раскрыть, развернуть и ничего намазывать не нужно.